Здорово! Всем привет! Всем привет. Здравствуйте! Привет. Как делишки? Слушайте, а вы почему выбрали себе разноцветные? Вот, Олег, чтобы ты могла красный? Нас отличать, Даш. А ты зеленый. Да. Ты молодой О. Джокер. Хопа, Алекс, да. Бери. Что? О, что блин, вы тут набирали? Я старокашка в этот раз. Смотри, мы как. Ну ладно, хорошо. Я взял мольберт. Давайте посмотрим, кто у нас сегодня. А кто у нас? Кевин Даже Мендоза. Если вы вместе, Мендоза. Я взяла свой любимый ультрик, я взяла свой любимый... Я не хочу вас расстраивать, но это тяжелый уровень сложности. Ну, то есть ты максимально. Же говорил, мы будем на среднем. Нет, я поставил тяжелый. То есть, если мы сейчас умрем, мы потеряем все вещи, потеряем всю страховку и вообще потеряем все, что только Алекс, можно, я голову. Предлагаю ходить за Дашей. О, кто-то мыкнул. Ау, сделал. Да? Да. Give us a sign. Give us a sign. Ребят, тут дверь открыта. Тут везде дверь открыта. Нет. Кровь на полу, Даш. Че за хрень, меня? Че? Придулило рассудок. Чего ты? Нормально. Че ты рычишь, алло? Я молчу. Что это было? Почему так надо было? Что было делать? Can you hear me? Give us a sign. Give us a sign. Закрывайте двери, пожалуйста. По-моему, у кого-то пикнул, нет? Нет. О, что-то говорит. Разговорчики пошли вот в строю, здесь нормально. Вот здесь, это он, наверное, в коридор. Красный свет. О, 2 МП. И вот. У меня. МП ну, где-то. Либо он где-то А-а-а. Здесь. 4 МП. 4, вот здесь, смотрите. О, нормально. 4, 4, да, 4. Are you young? What is your name? Where are you? Ответил. Уронил что-то. Он здесь. Видели? Ответил. Ответил, уронил. Как оно здесь? Я не тут ставил. Что за бред? А, ответил, микрофон уже да, был, да? Да, мне ответил, да, о, только хорош. Что. Хорош. Так, мольберт Алекс, поставил. Алекс, у тебя не пятерка? В школе по математике. Нет. Потому что запикало у кого-то из вас. Слушайте, я пойду, наверное... Так, я в прицел сейчас отпечатал. Твой мама! Твою мать! Грёбаная тварь! Отвыкли, отвыкли! Отвыкли, отвыкли! Отвыкли, надо в футболку. Так, я же говорил, да? Отвыкли? Я же говорила. Так, я пошла за вещами. Я ухожу, ну нахер. Ну нахер. Скажите еще раз. А что, куда вы нахером я? Что мы при сложности теряем? Все? Все, Даша, жизнь, уважение, респект, уважуху. Кто последний, тот без креста. Да я вот только хотел сказать, я походу не успеваю за крестом. Так, я бегу. Подождите, какой крест? Кстати, думаете, хотите я вам жесткий секрет расскажу в этой игре? Вы видели, там буквы мигают, ЛНЦ? Знаете, что это значит? Ну, это солнце. Больница. Мне написали в комментариях, прикиньте. Да ладно. Это не да солнце. Вы в больнице? Да. А это... я думала, это солнце. Нет, типа, знаешь, когда мы подходим, а нам говорит, солнце, заходи. Прикиньте, это больница, оказывается. Блин, вот этого, я честно, я когда узнал, в шоке был. Я вообще в ахуе. Так, подождите, а нам вообще-то рановато брать крест? Ой, я вот эту хрень возьму. Рановато нам брать какой... кресты, крестов больше нет на стенде. Нет, вообще-то вот один валяется. Хорошо. Камеру, давайте поставим штативные камеры. А у нас они есть? Две штуки купил. А, да, да. Потратил всю заначку, забрал. Да, конечно. Так, а что у нас про сутку? Я уже сказала, 70-80, нормально, пойдем. А может это возраст? Поснять? Слушай, может мы как Бенджамин Баттон, короче, нам по 100 лет. Слушай, Даш, может ты крест лучше возьмешь? Зачем? Ребят, у вас тоже тут пыль такая, да, поднялась? Или да. Только у меня? Что за бред? Этого же не было. Вот так вот. Солнце тебе подморгивает. Подмигивает? Подморгивает. Меня подморгивает. А, подморгивает. Хорошо, а тут кто-то лежит. Понятно, ладно. Тут лежать. Фух, ладно, я же заикаться стал, блин, от этих ужасов. Снимаю влог. Я такой бесстрашный блогер. Так. Блин, как бы так поставить? Да. Чтобы, вот так и ставь, Даша. Стоп. А я бы здесь поставила, и просто сюда разверните мольберт. Сейчас. Так. А, ты сюда ставишь? Так, тут просто свет. Мне? Так. Шоукаст. Какой шоукаст? Шоуплей. Let's play. Манифест. Манифест. Манифик. Манифик я вытен. Манифик. Это не, манифик нас... не сработал. Show yourself. Вот как увидеть этот дурацкий ЭГС, я не понимаю. Вот он появится, ты его увидишь. Мне столько разных теорий по поводу ЭГС писали, что и дымочек какой-то, и он призовет, Show и не yourself. Призовет.
О, посмотрите эктоплазму. Есть эктоплазма? А у кого есть? Я взял только что с пола. Давай, смотри. Смотрю. Это стрёмный звук. Слушайте. Может, какой-то МПшкой? Кстати, а МПшка. Вы МПшки? Вообще, есть МПшка. Одна, я еще... вот смотрю. Тоже ходи, да. То, что... Can you hear me? Can you talk? А кто двери-то открыл? Я. А. Да, я зайду, посмотрю, может... Алекс! Ну зачем пугать? Заперся! Can you hear me? Can you talk? Where are you? Ghost, can you hear me? Это кто сейчас дверь открыл? Я Алекс. Закрыл. Give us a sign. Give us a sign? Show yourself. Give us a sign. Что за Show give? Yourself. Почему со sign непонятно? Так, закрывай. Show yourself. Show yourself. Слушайте, а он на весь этот коридор? Ну, по-моему, вообще не здесь. Смотри, МПшки нет. Давайте что реально пройдемся на второй, посмотрим, как там дела. В туалет Silent Hill зайдем. Да. Давай. Затих он давай. Тут. Давай тоже МПшку возьму. Что не здесь? Ой, бля! Ну, извините, выползла на меня тварь по коридору. Серьезно? Да, он побежал на меня. Crazy! Crazy! Такой, я еще Crazy! Не видел. Crazy! Я еще не видел Давай, скажи, Алекс, crazy. Жесть. На пальцах какие-то. Ой, что мне рассудок, ребят. Вот, каждое твое crazy на тяжелом уровне сложности будет делать бип-бип-бип из тебя. Ребята! Что это за звук? Ничего нету. У меня какой-то жуткий звук. Мы не слышим. Надо к лору. Я уже была. Так, пойдем назад. Ладно. Все-таки думаю, у меня там просто поплыл рассудок. Мне кажется, что просто призрак на всей вот этой вот локации. А подожди, на этом уровне он как комнату меняет свою? Быстро или медленно? А меняет ли он ее вообще здесь? Вообще не знаю, меняет ли он. Идем на второй? Пойдемте в морг. Ты так сказал, как будто пойдем нормально. За пивком сходим. О, видишь, смотри, там дорожка. Нормальная дорожка. Из свечек. Дорожка из свечек. Да, скример. 3 МП. О, 3 МП, видишь? 2, 3. Нафиг. Как мы? А градусник кто-то брал? Нет. Не, ну, походу... Думок, так, 2, 3 МП. Двери открытые. Нет, тут нету. Что-то я не слышу вашу МПшку. Пойдем слышу. В морг. Ну, пошли посмотрим, как гулять, он так гулять. Это стрёмно. Я не помню свечки просто. Был ли такой Не скрип? Было. У нас не было. Ghost, can you hear me? Give us a sign. Give us a sign. Where are you? Приветик. Hello. Хеллоу, да, в морге самое это. Ребят, тут кто-то на боку лежит. Вставайте, ребят. И тут? Хеллоу. Тишина. Нет, тут тишина, он точно там. А может быть он вообще вот в этом фойе? Надо температурой. Мне писали, что надо очень хорошо смотреть за перепадами температуры. Хорошо, я возьму термометр. Алекс говорил, он выбросил в этом самом, да? Он там лежит, да, где мольберт. Мне уже кажется. Мне уже... Give us a sign. Давай так, мы с МПшками, ты возьми термометр. Но... Давай. Может, было максимум 4. Кто-то переехал. Так, а... Так, а я не знаю, он переезжает здесь. А где термометр? А никто не подбирал? Нет. Я Даша, ты здесь. Подбирала. Ты нет, у меня нету. Так, а давайте, может быть, мы сходим, во-первых, за термометром. Может, кто-то из вас крест возьмет? У меня крест. Потому что... А у тебя есть крест? Ладно, я схожу тогда за термометром. Ты же подбирала, на полу лежал термометр. Да не подбирала я, не подбирала. Я его, видимо, или туда отнесла, я уже не знаю. Я вам советую все-таки выйти. Рассудок-то садится, пока меня нет. А ты типа решаешь, да? С тобой не садится. Да. Ладно, выходим, что. Уговаривать не надо. Кто-то там это... Вы проверьте тогда фойе пока что. Быть он в фойе, я как раз хвачу термометр. Ну, по рассудку, ой... Ноль, да, ноль. Ребяточки, ну у нас по 50, по 40. Я, наверное, ну и хорошо. Нормально. Я жахну одну таблетку. Тут опять какой-то туман, смотри. Так, крест. Что, думаете, крест не брать? Ладно, Леш, если брать. Что, ты нас не, будешь... Не, не. Нет, мне нет. Некуда. У меня тогда ультрафиолет. Я возьму. Все. У меня ультрафиолет, так, и у меня давайте фонарик. Запустим, посмотрим, что по камерам. Ну, давай.
Жалко, что нельзя менять этот самый... Кого? Ну, как ночное видение. Ну, смотрите, того нет. У нас вообще ничего нет, получается. Значит, есть только, ну, микрофон. Может быть, слушайте, а может быть, он в соседних комнатах в этом... Ну, в... Вы скажите, я скажу. Вот, смотри, вот эту штуку можно зажечь и попробовать. И вызвать густ-ивент. И вызвать густ-ивент. А мы там посмотрим, будет МП5 или нет. Ну, давай, давай, Даша, ты ни разу еще не зажигала, я зажигал. Тогда что, мне что-то выбрать? Ну, давайте я выброшу этот фонарь. Хорошо, давай. Пойдем. Пойдем. Погнали. Пойду с этой штучкой. Так, ладно. Я просто думаю... На улице, кстати, тепло. Плюс 20. А может не солнце, может еще глянец. Да, кстати. Младенец, близнец. Но точно не больница. Кстати, ребята, а ну вот напишите в комментариях что-то... куда еще вписывается ЛНЦ? Кто-то куда-то... Что-то как-то, знаете, тут душно стало на этой сложности. Ну, я за тебя иду, мне нормально, в принципе. Чего мне душно? А, это главное. У меня рассудок всегда повышается. А, уже повышается. Уже все в порядке, да. Так, ребят, я предлагаю вот эти комнаты проверить. Просто в центре зажги. Все. А, вы хотите все-таки уже зажечь? Я думала, да. Комнату... Хорошо, я жгу. В центр заходи. Так, так. Вот я жгу. У меня нет креста, учтите. У меня есть вот. Чем пахнет? И как? Атакой. Пахнучки-вонючки. Атакой пахнет, да. Учтите, я много вещей закупала. Я все купил. Ну, все. И что? Температура скачет? Нет, 22. И что это? 25. Это фальшивый билетик был, по-моему. Да, что-то... Кто на него пока потратил? Ничего нет, пока ноль на массу. Хорошо, я закрою. Мне просто кажется, что, может быть, это не так. Так, Даш, на, ты возьми крест, я скинул, бери. А зачем? Потому что ты закупалась много. Я сдохну, мне не жалко. Слушайте, а может он здесь в больнице? Здесь? Пройдись по комнатам, посмотри, температура. Какая? Хожу. Ну, скачет она или нет? Меня смущает, что нет гост-ивентов. Да, кончились как-то. Я напомню, это тяжелый уровень, максимально доступный на данный момент. Да. И что? Чем он тяжелый? О, блядь, он на меня бежит! Ебануться, какая-то херня на Алекса. Мумиё какое-то! Съел! Смотри! Трубка на карту! Он убежал с морга, откуда-то с той лестницы бежал. С какого морга? Какого хрена? Даша, он отсюда бежал, вот с этого я проема. Я поняла. Пошли, возьми крест. А у меня было. Крест отдал. В смысле, у тебя же есть крест. У меня есть, я не тратил его. Так я же говорю, так давай здесь проверим. Возьми МПшку. Он бежал отсюда. Может быть, он здесь? Температуру смотри. Смотри, тут были эти свечки. 20, нет, все та же. 20, давай наверху проверим. Давай. Там внизу. Но он выбежал, какой-то Тутанхамон, блин, на Алекс. Да. Лоб я с ним, блин. Тутанхамон. Вот тут 10. 10 градусов. Тут упало на 10. Наверное, тут. Я кину МПшку. Буду перетаскивать наверх. Хочешь, так, сгоняй по-быстрому морг. Я с тобой хочу. Сейчас. Ну, хорошо. Я пойду с крестом. Сначала засомневалась, потом поняла. Да, лучший вариант. Я ничего не вижу. Лучший вариант такой. Возьми у Алекса фонарик. Не, у меня мой фиолет, я просто хочу вообще-то ходить с крестом. Так, что мне надо? В морге плюс 20. Нет, тут тоже плюс 10. Слушай, ну я не думаю, что он в морге. Ты что, упала? Понял тебя. В морге упала. Давай в морг бегом. Ладно. Я возьму пока, проверю, может быть, эктоплазма есть. У меня просто не хватает рук на все. Я понимаю. Я тебя встречаю здесь. Пойдем, пойдем. Там что-то как, ну, бултык. В морге упал. Алекс, ты тоже? Или наверху? Вот здесь морги. Я с вами бегаю. Давай, иди со мной, мне страшно. Так, вот здесь что-то упало, только что я слышала. Ну, эктоплазмы здесь нет. Ну, плюс 10. Плюс 8. Ну, тут понятно, тут всегда плюс 10. Тут что-то было, я слышу, как будто бы, ну, бутылка упала или что-то. Я не вижу. Я пойду изначально, мы наверху хотели смотреть. Давай. Может, он за нами ходит, я уже не знаю. Может, мольберт сюда перетащить, я не знаю. Где он все-таки? Сейчас перенесем. С радостью, но, к сожалению, у меня фонарик и крест, и только одна ячейка.
У меня ультрик. А, возьми, может быть... Так, я тут закрывала. Он не открывал двери. Нет эктоплазмы. Я не вижу. Тогда давай проверим. А в морге тоже, да, нет эктоплазмы? Что происходит? Что потемнело? В смысле? Странно. Тут свет есть. Возьми тогда, смотри. Возьми МПшку. Я брал МПшку уже. Так а ты ее здесь оставил? Что у тебя есть? А, есть, пошли, пошли внизу посмотрим все-таки МП. Атака, Даша. Блин, поднимайся. Крест бери, крест! Крест! Я держу! Сгорел! Все. Ой-ой-ой. Так он из морга, да? Ну, он сверху шел. Ничего не вижу. Откуда он приходит? Что за разводки? На? Он не бежал. Я думала, это Алекс. Конечно. Конечно. Именно Алекс. Он бежал по лестнице. То есть, либо он шел отсюда, либо оттуда. Тут 2 МП. Значит, он здесь. Я побежала, что-то принесу. Давай. Надо хотя бы основу. Ну, эктоплазмы... Третье место. Эктоплазмы точно нет. Ух, так, надо принести ЭГС и мольберт. Я беру мольберт. Угу. Беру ЭГС. Но он отвечал же здесь. А, что, упало где-то, слышала? Да-да-да. Нет. Я слышал. Хватило, побежали. Погнали. Так, смотри, ты иди первый, ты мне будешь прикрывать. Почему нет никакой признака атаки? То есть, ну, признака там... призрака. Не, у меня было, как в Фазме. Короче, такой шум. Вот, бежит, выбежал, бежит на вас! Ля, бежит, ёптва! А я не могу бежать! Все, Даша. Вы без крестов, закончились. Да? Ну, пошли. Из морга выбежал. Из морга такие. Ну, я только начал мы спускаться по лестнице, и он выскочил. Да. Так он уже третье место меняет. Он то в коридоре, то наверху, теперь внизу. Беспокойный пациент. Все, меня убили! А куда, Олег? Ой-ой-ой. Олег. Убила, а что, меня бабёха убила? Нет! Меня бабёха убила! А ты все поставил, молодец. Ну как всё? Мне же камеру надо поставить, я же без камеры ничего не увижу. Ну, камера, да, наверху. Сейчас. А мы можем с Алексом... Так меня сейчас все убьют же, я даже до выхода не добегу наверх. Давай мы будем его отпихивать, мы грудью тебя защитим. Да, 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 да. Ну мы вообще-то с Алексом увидим же мольберт. Я надеюсь. Да, кстати, ну, наверное, может быть. Могу пойти камеру поставить, но он меня вальнет сразу. Ну тогда не ставь. Да, и крестов больше нет. Понимаете, я не знаю. А у нас только одна улика, вот в чем проблема была. Почему-то у нас была только одна улика, то есть мы выбрали не ту локацию. Фух, а кто же это может быть? Орычит! Ой-ой-ой-ой! Я, кстати, я не вижу ни хера! Да ты не я ничего не видел! В дверь не попал! Аааа, да? Сука! И он не нарисовал ничего. Что за Покахонтас меня убил-то, а? Какой-то фараон на тебя выскочил, хотя убила меня побед... Тело далеко нести не надо будет. Удивите меня. Шейд. Тень? Да, это тень. Ух ты, какая спокойная тень! Тара Мерит, Тара Мерити, Мерит. Ладно, Тара. Ладно, возьму попытка раз. Номер два. Деньги еще есть. Два, так что три. Берем. Я возьму сразу все предметы для улик, потому что у нас очень мало времени. Очень! Поэтому погнали, да. Солнце. На этом уровне все, сложности, все. Кстати, да. Слушайте, может быть, давайте один идет вниз, один в среднем и второй. Подожди, наверх. А у нас доска Уиджи была здесь, или я уже путаю? Ну, она иногда здесь бывает, здесь что угодно может быть. Да, было. Гивас... Ой, мне заорали уже. Я слышу. Гивас Асайн. Слышно отсюда, кстати, нормально. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Давайте, кто в морг? Ну, первый. Я пойду. Give us a sign. Да, ничего себе ты смелая. Give us a sign. Так. Give us a sign. Учти, каждый вопрос это минус рассудок. Так. Ты, давай ты наверх тогда, а я дальше по коридору здесь. Давай. Сейчас разделимся, сейчас по-быстрому его. Но у меня, понимаете, у меня нет ни термометра. Что я тут искать буду? А, может он пнет предмет. Can you hear me? Can you talk? Ghost, where are you? Что-то где-то закрылось или мне показалось? Это я закрыла, это я закрыла в морге. Ghost, can you hear me? Каждый вопрос отнимает рассудок, сказал Олег. Я знаю. Ну смотри, пару вопросов я, пару ты, пару Алекс. И все в порядке. И эту пели. Я помолчу, похожу.
Наверху нет, у меня ничего, чисто. МПшка. Тогда пошли на этаж, Алекс. Хочешь, пойди пройди по моргу. Нет, спасибо. Осмотрись, привыкни к обстановке. Пошли, пошли, проверишь морг. Если в морге ничего... Саша, ты сфига ли так бегаешь, не могу понять. Потому что надо бегать. Я не могу, не получается. Надо. Заниматься надо. Can you hear me? Can you talk? Так. Что он в туалете, Том? Ghost. Give us a sign. Я дошел до вот этой дыры, которая... Пошли. Салитхилловская. Там ничего нет. Нет. Там температура везде 20, МП молчит. Я и так проверяю везде, но... Хорошо, а может быть... Я в книгохранилище сейчас. Вот я только хотел сказать. А тут еще есть вот боковая комната. Не знаю. Вот здесь надо проверить. Олеж, давай сюда. Нет. Ghost, can you hear me? Can you talk? Магда. Магда? Ничего не падает. Я обычно что-то трогаю. Ты нам знак, ёпрасоте. Give us a sign. Give us a sign. Тут типа еще дверь была? Ну, она закрыта. Да я выключила. А-а-а. Give us a sign. Что-нибудь у вас есть? А может, какая-то кукла была? И опять же, никакого этого нету, скримеров каких-то, ничего, да? Да сплюнь ты! Give us a sign. Да не, пусть будет, реально. Так хоть интересно, хоть весело. Give us a sign. Can you hear me? Can you talk? Give us a sign. Я не слышу, чтобы что-то падало. Капает вода. Потому что мне тогда с моргом повезло... Палыш. Слушайте, а может просто взять эктоплазму и пройтись с эктоплазмой? А у меня есть. У меня есть ну, она. Ладно, он не отвечает. Ладно, он там не взаимодействует. Но следы-то свое наставит. Правильно? Хорошо, пошли сверху. Шанс смотреть. Как бы выше. Знаете. Ну, они либо есть, сказать. Либо нет, понимаешь? Его хорошо, проглядеть, пойдем. Знаешь? На, не, оно видно. Ну, нормально, если так присмотреться. Ну, видно, да. Хорошо, давайте не сверху начнем смотреть. Давай. Я могу побежать вниз посмотреть. А у тебя же нету второго стекла. Я знаю. Так что ты можешь смотреть? Как-то ты быстро меня раскусила. Я хотел просто смотреть. Ребята, у меня здесь поплыл рассудок. Наверху. Это не влияет, по-моему, вообще. Думаешь? Думаю, да. Может быть, мы хотя бы на правильном направлении? Нет, здесь нет. Так, везде стабильные 20 градусов. Просто... А в морге ты комнате. Был? А в морге? Ну, единственное, куда не ходил. Но это... Слушай, Олеж, я, по-моему, эту дверь закрывала, наверное? Я открыл ее. Здесь... А, я ее открыл. Так, ладно, пойдем в морг. Пошли. Тут просто тихо, мне как-то страшно. Так. Мне не очень нравится тут ходить. Так. А в морг ты закрывал дверь? Я не помню. Потому что тут открыта дверь. Ну тут... Ты что? 12-13... Каталка сверху, да, катается. Каталка. Ого. А тут ничего нет, пойдем наверх. Раз там гост-эвент, может быть... И не очень нравится, когда такие гост-эвенты. А Алекс, проверь сейчас еще раз коридор, наверное. Такое впечатление, что это не тяжелый уровень сложности, а такой, знаешь, базовый. Есть блым! Блым-блым, вот блин, здесь! Блин, нихера себе, какой, какой здоровый, какой... бля! Нифига себе, ребята, блин! Ребята, блым! О, и голова, батя, блядь, и hello. Тележка, нахуй, все сразу! What is your name? Where are you? Where are you? Ой, еще и температура упала. What is your name? Where are you? What is your name? 4 градуса. What is your name? What is your name? Наконец, проснулся, блин. Where are you? Where он все пропустил, как мы подъехали. What is your name? Смотри, ты говоришь, свечки стоят, смотри. What is your name? Подсвеченный какой-то. What is your name? Are you here? Are you young? Are you old? Can you talk? What is your name? Can you talk? Are you old? Are you young? What is your name? Он одному отвечает, Алексей? Hello. Всем, по-моему. Так, ребятки, у нас есть блым-блым. Самое холодное вот здесь место, что где есть? Я хожу. Блым-блым же есть. Пойдем за таблетками. Такой блым-блым. 5 МП! 5 МП! Было у нас эктоплазма есть, блядь. Бежим. Эктоплазма и... Так. Я же поэтому и говорю, пошли по таблетке выпьем. Дети, блядь, МП. Дети. Только что девка пробежала, пятерка была у меня. Пойдем быстрее. Хотя бы кресты возьмем. У нас два призрака. Мольберт, куда тащишь? Оставь мольберт, куда тащишь? Точно.
блядь. У них есть огромный такой товарищ! Какая тварина! Так, ладно, мольберт куда тащить. Так, подождите, я вам сейчас скажу, что нам понадобится. Микрофона не будет. У нас будет либо ESG, либо отпечатки. Ну, так, отпечатки значит, надо проверять. Сейчас ты ходишь. У меня ультрик. Ух, как стрёмно. Слушай, тишина, а тот, тишина, тот короче, чёрт, который crazy, он у меня на пол этого появился. Огромный такой. Ой. Два раза. Так что у нас... Очень большой, как великан. Ребятки, по таблеточке. Будьте любезны. По таблетке. И надо ГС этот поставить. Вообще, Олегу, наверное, две лучше. Алекс, пей, пей, пей. Не, давайте по одной, пока хватит, я думаю. Ну, давай. Ой, не, Олеж, пей две. У тебя 38, у тебя очень низкий рассудок. Оно повышает же не сильно. У вас очень быстро садится. Выпили? Да. Олеж, выпей еще лучше. Нам надо дождаться или ЭГС сейчас. А кто из вас возьмет ЭГС? Так, уже взяли. Он же стоял там, по-моему, нет? Нет, вот он внизу. Может, камеру поставим? Давайте камеру. Ладно, я взял. Я взял. Так, ладно, я беру ЭГС. Я выбросила стекло здесь. Я не знаю, нам надо стекло, кстати? Там Ну, давай сначала найдем призрака, там уже посмотрим. Смотрите, у нас может быть либо Wrath, либо Юрей. Я сейчас стану про них почитаю. У нас либо... Надо все двери позакрывать. Давайте позакрываем сейчас все двери. Нервничаю. Когда я нервничаю, я много говорю. То есть он, получается, на весь коридор... Блин, откатал. А у меня все сразу. У меня была каталка, огромный тролль, голова, которая взорвалась, и девочка, которая по стене ползла. Все сразу. Кучей. Двери надо закрывать. Потом свечки еще были. Свечки я тоже видела. Так, отпечатки, значит, ты говоришь, да, надо посмотреть? Отпечатки у меня есть. Вот я ЭГС ставлю. Ставила. Отпечатки. Двери надо все срочно закрывать. Почему оно все... Опять каталкой. О, проезжайте. Пропускаешь? Нормально, мимо меня проехал. Все в порядке. Так, а я буду сейчас смотреть на выключатель. О, свет какой-то. Что-то оно мне так пыхтит, блин. Нету. А у нас же только на выключателях и на дверях, правильно? Получается, да. Так. Да давайте чуть дальше переставим по коридору. Каталка. Я бегаю. Ага. Вот где каталка катается, вот везде 20 градусов, 20, а вот единственное место коридора, я вот бегаю, вот 5 градусов, вот здесь, так, где я сейчас стою. Так, а зачем мы мольберт поставили? Не будет мольберта. 5 градусов, чатки? Пошли поставим. ESG. Поставь даже туда ESG. Перенесите. Вот я туда, не куда. 5, вот где, куда? Где я вот стою, сюда? Здесь 5-4 градуса показывают, так, а вот везде по 20 в коридоре. Поставила. Ага. Так. Так, камеру тоже переставил. Хорошо. Так. Так, ну я сейчас буду ультриком ходить светить. Манифест. Show yourself. Ой, что ой, это, блядь? Ой, как дышит. Это что было? Это что? Куда оно пошло? Что это? Так, где это? Что происходит? Манифест. Show yourself. Так, может быть, это ЭГС был этот? Может, не, может. Не было. Ну, оно было где-то там в комнате, ну, дальше. А, я буду ультриком ходить светить. Тут нету. Печатков нет, не значит, вижу. Да? Не вижу. Поэтому я опять склоняюсь, что может быть СГ это, ГС. Я просто не могу понять, на какую зону оно все распространяется. То есть здесь он типа тоже есть? Или его здесь нет? Манифест. Show yourself. Манифест. Свет он не вырубает. Ой. Что случилось? Я забрался случайно. Ничего. Туалет закрою. В туалете нету. Блин. И на полу, я так понимаю, нет смысла смотреть. Нету. Тут тоже как-то тихо. Да. Все, выдохся на. То есть именно тут 5 градусов, да? Да, вот я везде хожу, вот сейчас щупаю. Вот именно в этом месте 5 градусов, везде 20-ка. Чуть-чуть отхожу и сразу 20 везде. И вот тут, вот, например, 20. Странно, странно. Тут вообще. Может, сам походишь, не посмотришь? Что-то упало.
Тонине. Блин, что-то упало. Чё пикает? МПшка у нас, а где она лежит? Дверь откры... Нет, блин, не дверь. Сейчас. Я просто не понимаю, что он тут может трогать. Ну, помнишь, приду? По старым картам он включал-выключал свет. То есть как бы мог... А тут свет горит. Поэтому я начинаю склоняться, что у нас будет ЭГС. Сбегай в морг посмотри. Да, скорее всего. Ну да. Реально, по-быстрому дашь. Туда-сюда. А вот тут ты смотрела, заходила? Что, дверь? А, это вы, блин, ну предупреждайте, что... Я же уже размечталась. Ну покажи мне ЭГС. Я хочу хоть раз его увидеть. Мне писали, что он типа подсасывает призрака. И он поэтому появляется в виде дымочка. Приятная штучка. Ребята, атака! Уже? Бля, да, бежит за тобой, Алекс! Алекс, за тобой! Кресты и машинки, крестами, я ж без него! Я, все, я тут! Алекс, беги! Да я бегу, бегу, бегу! Почему как ты умер? Я же крест же! И я труп? Почему? А он выбрал Алекса. Слушай, он конкретно выбрал Алекса. Он мимо ж тебя пробежит. Да. Я стал перед ним, он через меня пробежал. Я думал, крест остановил. Да, я тоже это видела. Юрей, призрак предпочитает питаться энергией находящихся вместе, чтобы стать сильнее. А Рес у нас что? Нет сведений. Чтобы стать... Ой, атака, Даша. Вред... Атака вторая. Я бегу куда-нибудь. Олег за тобой бежит. Давай. Вижу, вижу, вижу. Ты куда побежал? К выходу. Какая тварь страшная. Беги, блядь, беги, сука. Вещи разлетаются. А, и тут тупик. Нет, тут не тупик, нормально. Беги, пожалуйста. Бегу. Ай, съел крест. Съел крест? Да. Слушай, я начинаю думать, что это Юрей. Ну, ЕСГ, типа, ну, я не знаю, где... Смотри, я к тебе иду. Ну, очень быстро атака. Атака за атакой была, да? Прошло около минуты между тем, как убили Алекса. Около минуты прошло. Ну, может, меньше. Секунд 15, мне кажется. Да. Очень быстрые атаки, кстати, Юрей. Но мы не знаем, что у этого Рейта. Рес... Рес, Рейт, я не знаю, как его правильно называть. Ну, будем Рейтом называть. Непонятно, что у него. Я пока на выходе. Я к тебе иду. Я склоняюсь к Юрею. Атака! Ты нормально? Извини. Сорянчик. Так, слушай, давай посмотрим. Значит, у Юрея. Призрак, предпочитающий питаться энергией игроков, находящихся в слабне... Пропадаешь? Слабнет, находясь в одиночестве. Ну, понимаете, ну я не видел. Вон не тупит, не выключатель. Ну, давай я еще раз пойду пройдусь. Давай. Я пойду машину. Давай. Мы давай, поставили там эту камеру, но толку-то от нее не особо. Вряд ли мы ЭГС увидим на камере той. Меня смущает, что я иду одна. У тебя же крест. Я рядом, правда, мертвый, толку от меня ноль. Алекс, если ты увидишь, ну я оглядываюсь, но... Так, ивент. Вижу, вижу, что ивент на камере. ЭГСа нет. Но он не выключает свет. Вижу тебя. Нету. Печатков нету. Слушай, я почти убежал от него. Если бы я чуть-чуть быстрее ходил... Нету отпечатков, понимаешь? Тогда это этот рейд? Юрей. Юрей? Угу. Просто по рефу мы ничего не знаем. Ну, у Юр... я имею в виду, что у Юрки этот самый. А, у него СГ. У тебя 39 рассудок. Понимаю, пытаюсь выйти, мне страшно. Давай кого-то поставим, как мы определим? Мы никак не определим. Да, может и я выйду. Выходи, конечно. Спасибо. Я склоняюсь к СГ. Ну, я смотрю на камере, я ничего не вижу. Может быть, вот это он большой появился, и это он был? Хрен его знает. Там появился один тип призрака, монстра. Тут за мной бежал какой-то Тутанхамон, бля, селёдочный какой-то непонятный. Я не знаю, что это было. Что мелкое бежало за тобой, я видел. Полужук. Какое мелкое? Не, большое. Там большой, без кожи, какой-то черт горбатый. Черт горбатый. Ну, давайте попробуем Юрея. Так, давай попробуем Юрея. Попробуем тогда. Ну, Юрка, я не знаю. Подожди, я выбираю, вот я выбираю СГ, Юрей. Ну,
не знаю, тут очень странно. И оружие мы искать так уже не будем, я думаю, это вряд ли. У меня креста не нет, ну креста у меня нет. У меня есть крест, но можем по очереди, ты часть миссии, часть я миссии. А там уж помимо шетова надо еще. Я могу мертвый бегать и смотреть где. Даш, надо давайте мешки с кровью, надо крыс в котел. Оружие. Часть ружья. Ты еще 30 минут. Ну да, мы минут вместе вряд ли найдем. Ну хорошо, давайте, давай хотя бы попробуем выжить. Если мы угадали правильно, мы хотя бы получим деньги, чтобы можно было в следующей катке закупиться с другой стороны. А, плевать. Я хотела как пассажир сесть вообще-то. Не знаю. Давай может, посмотрим. Может, Батерес выбрать? Хоть кто-то заработал 3 тысячи. Юрей, это Юрей. Во, Дашка, 4500. 4500 денег. Сколько, сколько? 4500 денег, 80 долларов. Охренеть, 80. У меня теперь 14 левел. А у меня 15. Вот супер. Нечестно. Ну, мне понравилось. Сложно, страшно, но мне понравилось. Еще ладно, поиграем как-нибудь, обязательно. Да? Ставьте лайки, да, подписывайтесь. Да. Увидимся в новых сериях. Пока-пока-пока. Пока-пока. Всем пока.